Мы приходим к Тебе. Мы приходим к Тебе, Господь, со всеми нашими нуждами, со всеми нашими заботами, печалями и тревогами. Мы приходим к Тебе, Отцу нашему, великому и сильному, любящему своих детей, который отдал Сына Своего за нас. Мы благодарим Тебя. Благодарим Тебя за это чудо, которое совершил Ты в нашей жизни. Открылись небеса через веру в Иисуса Христа. Имя Иисуса — это сила в нашей жизни. И нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. Мы молимся, Господь, и стоим на Твоем обетовании, что наш дом, он будет служить Господу. Наши близкие, родные, семьи, они будут в Доме Божьем, они будут знать Господа. Мы твердо стоим на этом обетовании. Мы просим Тебя по Слову Твоему, посети, принеси спасение в их жизнь. Мы ставим под Твой божественный покров наших близких. И мы просим, яви свет свой среди тьмы, яви славу свою среди беззакония, приди в их жизнь, приди. Пусть все тучи, они уйдут, все бури и ураганы, пусть всякий плен будет разрушен в их жизни. Мы Словом Твоим отделяем их от всякой тьмы. Мы верим Слову Твоему, которое говорит «спасай взятых на смерть». И мы стоим в проломе. Мы верим и молимся, что однажды Ты придешь в их жизнь. Ты благ и милостив. Ты так любишь людей, Господь. Ты слышишь молитвы матерей. Ты слышишь молитвы отцов, близких, родных. И Ты отвечаешь, и Твоя благость, она приводит людей к покаянию. Мы благодарим Тебя за то, что Твое спасение, оно придет в наш дом. Мы утверждаем это, и наши дети, они будут научены Господом. И великий мир, совершенный мир, будет у наших детей. Они будут спешить к Тебе, в Твой дом, и будут чтить имя Твое. Как однажды Ты нас нашел в этом мире и благословил спасение, так и они идут к Тебе. Мы в Духе это провозглашаем, мы в Духе это видим, мы уповаем на Слово Твое, оно горит в нашем сердце. Мы знаем, Господь, что у Тебя есть пути, как приблизить их к себе. Мы снова и снова говорим, наши близкие, наши дети, это дело рук Твоих, и они будут чтить Господа, они будут благоговеть перед Богом Израиля. Мы провозглашаем в их жизнь свободу, радость, мир, прозрение. Наше потомство, оно будет служить Господу. Простри свою руку, Господь. Простри свою спасающую руку. Открой их сердце. Пусть они увидят, узнают Спасителя Иисуса Христа, Святого Сына Божьего, который отдал за них жизнь свою. Пусть они примут эту благую весть в свою жизнь. Стучи, Господь, стучи в их жизнь, стучи, Дух Святой. Тем, кто сегодня в плену наркотиков, алкоголя, порнографии, в других зависимостях, им кажется, что нет выхода. Дух Святой, посети их. Пошли ангелов своих, посланников своих, которые скажут о Тебе,
Пусть они узнают, что есть надежда, есть выход. Для них есть благословение. Мы знаем, что ты можешь сделать это великое чудо, что может быть отнято у сильного добычи, и плененные они будут отняты твоей рукой, потому что ты сам будешь состязаться с противником и поставишь их на путь спасения и благословения. Ты приходишь, и мы побеждаем не воинством и не силою, но духом, которого ты дал нам, провозглашая твои обетования, провозглашая твое слово, твердо уповая на тебя. Мы стоим на слове твоем, и мы верим. Приходит время, время спасения, время благословения. Наши молитвы собираются на небесах, чашу молитв, и изливаются ответами. Приходит прозрение, приходит свобода, оковы падают, плен рушится. Ты великий, ты благой, ты истинный, ты всемогущий. И какая бы ни была небольшая гора, ты силен поднять ее и вергнуть в море. Ты приходишь. Ты приходишь в мой дом, и я снова и снова говорю и утверждаю, я и дом мой, мы будем служить Господу. Это совершаешь ты, Дух Святой. Это воля твоя, да совершится она в нашей жизни. Нет подобного тебе, когда мы просим. Ты приходишь, ты великий, ты всемогущий, и для тебя нет ничего невозможного. И когда наши физические глаза не видят безнадежность, и уныние приходит из разочарования, то ты вселяешь через слово свое в наш дух веру. Нет, дьявол не украдет моих детей, он не украдет моих близких. Я не отдаю их врагу. Мой Бог со мной, когда я молюсь, Он слышит. Он прогонит врага от их лица, из их жизни. Он придет своей спасающей силой, своей рукой. Когда я призываю имя Иисуса, Он приходит. Нет другого имени под небом, которое надлежало бы нам спастись. Спасение в Тебе, Иисус. Вся сила в Тебе, и мы поднимаем наши очи к горам. И мы знаем, от Тебя приходит помощь наша. Ты слышишь молитвы, и святые Твои торжествуют во славе, потому что в наших устах меч — это Слово Божие, которое мы провозглашаем и которое исполняется. Твое Слово говорит, что мы можем заключать царей в узы, и мы сейчас это делаем в духе каждого демона, который держит в плену наших близких, наших родных, наших детей, наши семьи. Мы заключаем в узы по Слову Твоему. И Ты приходишь. Это честь для святых, для детей Твоих, любящих Господа. Это великое благословение изливается. Мы берем власть над сильными. По Слову Твоему мы связываем всякого духа, который мучает наших детей, дух отверженности, духа бунта. Мы изгоняем их из их жизни. Мы не даем им места в жизни наших детей. Мы утверждаем, что Царь Иисус в моем доме. Нет места никаким демонам. Мы отражаем именем Иисуса все раскаленные стрелы лукавого, и приходит спасение. Ты восстаешь, Господь, и враги убегают.
ты рассеиваешь их. И они тают, как воск от огня. Они рассеиваются, как дым. А наше сердце веселится и радуется. Спасение приходит в каждый дом. Благословение приходит в каждый дом. Милость Божья окружает нас. Ты обращаешь сетование в ликование. Ты даешь сверхъестественный мир и радость. И моя душа славит Тебя. Все внутри меня поет и славит Бога моего, великого и сильного, всемогущего. Небеса открываются, и спасение приходит. Оно изливается из небесных источников. Это любовь Отца, это милость Божия, это благость Божия. Она приводит к спасению. Мы благодарим Тебя, Ты заходишь сейчас в каждый дом, в каждое место. Ты касаешься своей рукой, любящей и доброй, тех людей, которые нам дороги. Говори в их дух, Господь, как Ты сильно любишь их. Говори, Дух Святой, что Ты ждешь их, ждешь этого покаяния. Вкладывай свое откровение о том, что цена заплачена, и помощь, она только в Тебе. Вкладывай, Дух Святой, дыши, Дух Святой, своей спасающей силой. Приди, приглашаем Тебя в наши дома и провозглашаем: Ты Царь, Ты Господь, Ты Великий, и Твое Божье Царство всем обладает. Дьявол не может одерживать победы, когда в нашем доме Царь Иисус, Царь царей, Бог богов, Господь господствующий, в Которого мы верим, на Которого мы уповаем, чье имя мы призываем. И Ты сказал: «Воззови ко Мне, и Я отвечу Тебе». Ты отвечаешь, цепи падают, оковы рушатся. Ты берешь за руку и выводишь из плена. Ты разрываешь эти цепи, которыми дьявол их связал. Ты отрезаешь от беззакония. Ты отрезаешь от наследственных проклятий. Ты разрушаешь оккультизм и все зло, которое исходит из тьмы. Кровь Твоя святая отделяет их. Мы сейчас своей верою вводим их в Твое место славы. Мы отдаем на крест все зло, которое пришло в их жизнь. Все злые слова, все слова проклятия в их адрес мы отдаем на Твой крест, на котором Ты умирал, Иисус. Ты забрал все это на Себя, и мы отделяем от них нашей верой, кровью Христа и именем Иисуса всякое зло, запланированное дьяволом в их жизнь. Отделяем и посвящаем их Тебе. Да благословит их Господь, да сохранит их Господь, да помилует их наш великий Господь, да презрит Господь светлым лицом Своим и даст Свой божественный мир. Да будет так во имя Иисуса.